Привет, друзья! Вот часто ли к вам просятся в Skype? Здравствуйте! Будет полезно оказаться в списке ваших контактов. Цель добавления – расширение базы в Skype, обмен информацией и сотрудничество. С уважением. Для чего? Вот у меня постоянно возникает такой вопрос. Для чего вы ко мне проситесь? Для какой расширения базы в Skype? Для какого обмена информацией? Скажите сразу «Здравствуйте, примите меня в контакты, я хочу вам впарить свой проект, и мне ваш проект нафиг не интересен». Либо я просто поинтересуюсь, чтобы потом впарить свой проект. Но ведь так, вот так и пишите, все по-честному, нахрен вы мне нужны.